Привет, народ! Сегодня у нас 2 июня 2023 года. Наша муха. Ну, мухи очень много. Уже вылетела. Летает. Очень удобно в большом инсектарии заниматься мухой, чем в мелких. Во-первых, она не вылетает. Абсолютно я исключил. Она захотела. Там влажность сильно прыскал сейчас. Я исключил вылет мух. Ну вот этими дверками. Большое расстояние. В маленьких инсектариях какие два вида дверей делал, ну не идут. Вылетают с них. С этих 100% муха сидит внутри. И никакая чужая муха не залазит вовнутрь. Исключено какое-то перемешивание яиц. Ну, вот такой мясной мухи. Много. Яйца, сейчас посылку, вот заказ последний оплаченный отправляю, завтра суббота. Видите, сколько яиц. Сегодня еще 2 килограмма этой опарыша продал. Так что, кому надо, оставлю номер WhatsApp, пишите, звонить не надо. Разница во времени огромная, поэтому звонить не надо. Пишите WhatsApp, обязательно отвечу. Кому надо, все отправлю. По России, в любую точку, где есть почта России, отправляю почтой России. В другие города, страны, регионы никуда не отправляю, только в России. Так, ну муха как цветок, смотрите. Цветок висит. Существование этого муля с начала существования. И он, видите, зацвел. Это мужское счастье, он дал цветок. Значит, все прекрасно. Муха тоже самое, что и цветок. Требует влаги, она не ест, она только пьет. Требует влаги, хорошего ухода, своего временного полива. Видите, если цветок зацвел, значит и муха процветает. Ну, по ее-шним, как ее сказать, отдачи видно, что муха процветает, яиц очень много. Так что вот такие дела. Опарыша сейчас у меня там, вот здесь в брудере стоит яйцо на вылупление. Ну и здесь молодежь растет. Сегодня, ну-ка давайте посмотрим, вот. Это еще небольшие кладки, потому что посылки в основном отправляю. Здесь, видите, его не так много. Ну, он есть, но его не так много. Сейчас начнутся большие, огромные кладки. Вот как сейчас я начал отправлять. Курей кормим. Вон, здесь тоже небольшая кладка. Ну, а здесь вот остаток. Уже сухое все. От сегодняшнего кормления. Вот такой опарыш. Ну, куры несутся от него изумительно. Бройлер растет чудесно, превышает все нормы. Ну и рыба, я думаю. Да, вся любая птица, которая его ест. Ну, кто ее кормит этим опарышем, ну, видят результат. Так что ладно, вот такие дела. Кому интересно, пишите WhatsApp, Telegram, там Viber или еще куда-нибудь. Отправлю. Сейчас вот как, в порядке живой очереди буду отправлять. Ну все. Всем пока. Скоро увидимся.